Ситуация на месте очень сложная. Мы даже не находимся близко к заключению сделки, что означает отсутствие сближения сторон в понимании формулировок, способных разрешить текущие разногласия или реализации сделки. Тем не менее, мы сохраняем надежду и продолжаем добиваться заключения сделки в ближайшем будущем. Мы не осведомлены о краткосрочном прекращении огня. Мы работаем над таким прекращением огня, которое создаст подходящие условия для уменьшения эскалации в регионе. Если бы у нас было решение для Газа, это было бы в интересах всех сторон. Мы сотрудничаем со всеми сторонами для нахождения решений, которые позволят разбить спор на отдельные вопросы для их последующего разрешения. Все это требует множества мер по деэскалации в Газе, прекращению постоянных кровопролитий, обеспечению постоянной помощи, что приведет к реконструкции и возврату Газы к условиям, при которых она сможет поддерживать нормальную жизнь для своих жителей. من أفشل هذه المفاوضات أو من